Мы зараз знаходзімся на вуліцы Зыбіцкая, дзе калоны пратэстоўцаў, ідучы з розных бакоў гораду і аб'яднаўшыся ў раёне цырка, зварочваюць у накірунку да Неміге. Мы зараз пачынаем рухацца з калоны пратэстоўцаў і будзем звяртацца да іх і распытваць, што адбывалася з таго, што мы не бачылі, бо мы ішлі з плошчы незалежнасці ўніз, ішлі рэдкія ручайкі людзей і ўсё было перакрыта, ўсе бакавыя вуліцы былі перакрытыя, і мы акурат уперліся ў калону зверху, з боку цырка, калі яна заварочвала. Давайце распытаем людзей, як яны збіраліся. Добрый дзень, гэта стрым тэлеканалу «Белсат». Можна вам задаць пытанне? Што, не трэба? Добрый дзень, стрым тэлеканалу «Белсат». Можна вам задаць пытанне? Конечно, задавайце. Ну, распавядзіце, як вы сёння сюды дабраліся, адкуль ехалі? Мы приехали с Минска, в Минске проживаем, добрались на машине и потом пешком. Ага. А трымаецца з ну, з якого месца вы ўжо ішлі пешкі і ў якім месцы ўбачылі астатніх пратэстоўцаў? Ой, я не магу вам сказаць, потому что люди с разных сторон появляются и не сложно сказать, где. Ну, а распавядзіце ваше ўражанне, то бок вы высадзіліся, так, і ішлі там в якім раёне? Мы не будем отвечать на этот вопрос, на самом деле. Ну, зразумела. Добра, нам цікаво просто, як сёння собралися люди, где, в якім месці масово. Приезжаешь, докуда можешь, паркуешься, выходишь и идешь, ну, зразумела. Счастливо, ребята. Добре, дякую, до побачення. Так. Добрый день, это стрим Белсату, можно вам задать пару питань? Можно. Распишите, будь ласка, як ви сьогодні тут опинулися, якими шляхами добиралися до гэтага маршрута, ну, тому що люди йшли праз розные перекриті місця. Так, да, ми йшли через центральний дитячий парк, парк Горького бывший. Ага. І от вийшли сюди. Аж на оттуль. І де ви побачили уже велику колону протестовців? Прямо в парку було дуже багато людей вже. Уже було в парку, так? Да. І потім ви, отримується, улилися на проспект, так? Да, да. Ага, і там уже була бачна колона, і початок, і кінець. По суті, люди збираються, не стікаються. Це складно сказати, великої колони, але, бачите, людей дуже багато. Ага, як ви оцінюєте сьогодні кількість людей? Пока складно сказати, але я думаю, це буде намного більше, ніж на прошлой неділі і на позапрошлой. Ага, чому вам так здається? Тому що дуже багато знайомих, хто до цього не ходив, або на какое-то время перестал ходить, сейчас опять начали. А чему? Решили. Я думаю, что это связано с тем, что будет завтра забастовка. Думаю, что это связано с тем, что Светлана Тихановская попросила людей выйти. А как вы ставитесь до этого разворота? Я сначала относился скептически, сейчас я думаю, что это очень правильный шаг. А что поменяло ваше меркование? Честно говоря, я посмотрел интервью ее с ней, и мне показалось, что она поменялась мнение о ней. Она стала намного более... Она была откровенной, но она была, стала больше политиком, и видно, что она поставила очень многое. То есть, когда человек отдает от себя очень много и ставит на кон почти все, что у нее есть, это подкупает. Ага. А как менялись настрои ваших сябров, знакомых в этой справе? Ультиматуму и национального страйка. Точно так же. Очень многие относились к этому скептически. Но все дальше и дальше люди понимали, что это может сработать. Вот. Мы не знаем, сработает ли это, но я очень надеюсь, что это будет нечто такое, что сдвинет ситуацию с этой мертвой точки, и мы как-то придем к свержению власти более быстрым путем. Слушайте, а на вождь извергается Владу? Что не так? Мы же знаем, что происходит. Ну а что конкретно? Ну живут люди, працуют, отрывают всякие такие заработок. Все верно. Многие люди... Сейчас, секундочку, я не хочу потерять своих товарищей. А с венцами тоже люди жили некоторое время. Глядите, я могу сказать, что все же началось с чего? В том, что выборы... Многие люди посчитали, что выборы... Многие люди считают, что выборы прошли нечестно. С этого все началось. Люди просто хотят честных выборов. Я могу рассказать очень много экономических причин, политических причин, теории прессии, которые сейчас творятся, но
это все очень, все складывается в один большой ком. Нельзя что-то сейчас выделить, что-то, но люди просто хотят честного выбора. И с этого все началось. Зрозуміло, дякую великі вам. Спасибо вам. Так. А ми зараз пройдемося у другий бок, поглядимо з вишині масштаб колони. Це ми знаходимося у доволі далекому хвості колони. І ось ми бачимо, коли залізти тут на ось цю штуковину, що справді народу вельми шмат. Конца колони не бачно. Ми бачимо менш креативних лозунгів різних, чим це було на початку, але ми бачимо не так шмат з цього, хоча все одно їх доволі шмат і є. Ось, але бачимо велику кількість по-ранішому молоді. Це переважна частка, бодай що, але хапає людей різних узростів. Добре, я думаю, ми можемо довго тут стояти і глядіти на цю колону. Вона навряд чи хутко скінчиться, тому ми зараз перемістимося наперед і поглядимо, що відбувається там. Так, ми бачимо, дудять машини, керівці повиходили, нехто здимає, нехто просто стоїть. Маршрутка спробує проїхати, махаючи при цим людям. Ми бачимо знак Вікторія, і люди протягують пересікати вулицю Неміга Богдановича і накеровуватися у бок стели, наскільки ми бачимо. Зараз ми ще раз поглядимо, спробуємо підняти камеру якомога вище, щоб поглядіти бачений початок колони. Ну, отсюль нам принамсі не бачно. Так, ну і давайте зараз підійдемо, порозмовляємо ще з кимось. Добрий день, це стрім Білсату. Можна вам задати кілька питань? Да. Вельми приємно. Скажіть, коли ласка, а куди всі йдуть? Ну, йдуть виразити протест проти нашого вже обраного президента, якого ми хочемо убрати і збрати нового. Дякую вам. Дякую. Лжеизбранному. Чому ви так кажете? Потому что, когда я стоял и голосовал за Тихановскую, я видел, что основная масса людей голосовала за нее. Но по итогам выбора на участке цифры были изменены наоборот. Зрозуміло. Скажите, коли ласка, а что вы думаете про идею народного ультиматума, огученного Светланой Тихановской? Полностью ее поддерживаю. Там нету лишних вопросов, все по существу. Ага. А скажите, який ваш прогноз, що буде завтра? Я би хотів надіятися, що народ осознає і прийме правильне рішення. Ну, наверное, все-таки перший блін може бути комом. Зрозуміло. А глядіть, зараз у нас вже пішов третій місяць протестів, так? Як ви лічите, був некий толк від їх, некі зміни, що, які в цьому сенсі взагалі? Я имею свою точку зрения. Я, конечно, скажу неправильно, но я сторонник радикализма все-таки. Жестче на те действия, которые по отношению к нам принимает государство, надо отвечать так же, как и они к нам. Зрозуміло. А скажите, класка, ці бачили ви опошні сюжети на російській телевізії, де там эта Рада Зіналова почала критиковать Лукашенко и Путин нечто почал выказываться. Скажу вам честно, ни белорусское, ни российское телевидение последние три месяца я не смотрю вообще. Ага. Я им не верю каналам. Зрозуміло. А скажите, вот некоторые сподівалися на то, что вмешание некой России там, ці Захода допоможе ніяк змінити ситуацію, принамсі сутішить гвалт. А ви що думаєте? Є у вас сподівання на ніякі заміжні сили? Про Росію не сумніваюсь, тому що з нами основний посил состоїть в тому, що Росія не хоче, щоб прем'єр Білорусі був матрицирований на Росію. Тому тут від Росії можна ждати чого угодно. А ще раз, чого Росія не хоче? Щоб президент пав під давлением народних мас в Білорусі. Тому що це потім викликає таку ж реакцію в Росії. Тому ви думаєте, що буде робити Росія в цій ситуації? Росія постарається законними і законними методами удержати його у власті. До тої степені, поки не посчитає нужним його убрати, або, як то кажуть, його поміняти. Ага. А як ви думаєте, чому я на його зараз м'яко критикую Лукашенко?
трудно сказать. Зрозумел. Скажите, калі ласка, як у вас увогуле адбываецца жыццё на районе? Ну, многіх дворах зараз благодаря благодаря, наверное, этой ситуации многие люди сейчас действительно стали ближе друг к другу, собираются, обмениваются мнениями. Такой интересный посыл. Хотелось бы, чтобы он переродился во что-то большее. Зрозумела. А скажите, каласка, какие там приблизно ваш род занятков? Строительство, инженерные сети. Ага. И что вас... ну, что вас змусило до протесту? То, что финансовые проблемы? Нет, несправедливость. Неуважение к людям. И когда государство считает, что мы, с их точки зрения, быдло, да, это вызывает протест. Зрозумел. Дякую вам, Великий. Так, мы зараз вышли на такі больш звыклы маршрут для нядзельных маршаў. Вон ўжо перакрытая дарога, мы можам паказаць людзьмі. Ну, в прынцыпе, тут машыны і не ездзілі. Былі перакрытыя вуліцы сілавікамі. Мы зараз бачым, што адсюль ідзе вялікая калона з боку Зыбіцкай. А калі паглядзім назад, то вон яшчэ ідзе такі даволі густы ручай з другога боку справа, і усе накіроўваюцца ў бок стэлы. Зараз мы паспрабуем паглядзець, што адбываецца на другім баку і што гэта там ідуць за людзі. Ось мы бачым, гэта на пэўнасцях нейкага району на Вудзе. А, гэта Малінаўка. Мы бачым, як людзі крычаць і аплодзіруюць, ідучы з таго боку. Так, а мы зараз падыдзем да крышачку больш рэдкага натоўпу. І папытаемся іх. Добрый дзень, гэта стрым Белсату. Скажыце, можна вам задаць некалькі пытанняў? Давайте. Распавіце, каласка, адкуль вы ідзеце з таго боку? Ад Мускамедзі. Ад Мускамедзі, ага. Да. Была у вас праблема неяк прабрацца сюды? Стояли машины с ОМОНом, 4 автозака, несколько автобусов, но нас не трогали, шли спокойно. Ага. А Мускамедзі, это потлумачьте, это какая улица? Это, что у нас там, пересечение проспекта? 3 километра от Приёма. Не-не-не, Партизанский и на вокзал, как эта улица идет? Зразумела, ну, короче, с того боку вы не пришли разом с усими с площади Перамоги, так? Не-не-не-не-не. Ага. Мы бачим довольно шмат людей, да, оттуда, да, так? Да, там много людей, все троллейбусы, автобусы, люди выходят, и почему-то все хотят в выходной день прогуляться по Свислочи. Совершенно случайно. Так, а чему, чем вы тут ломаете? Я очень люблю... Давайте пройдемся к вас, не затремлюсь. Я очень люблю свой город, очень люблю свою страну, и... Хочу, чтобы моя дочка осталась в этой стране жить, работать. В новой стране. В новой стране жить, работать, создавать семью и прочее. Поэтому я иду. А что бы ей могло перешкодить? Что бы ей могло перешкодить? Она уже мне сказала, что хочет, уже за границу хочет. Чому? Чому? Перспектив не видит. Да. Не ваши перспективы экономичных, так? Зарплаты маленькие, работать негде. А по каких галинах приблизно вы судите, по каких галинах экономики? Возьмите строительный сектор. Строительного сектора сейчас у нас нету. У нас кто строит? Дана строит. Ага. Ну, на Дане же так самые белорусы працуют. Они работают как гастарбайтеры, да, за копеечки. А львиную долю уходит в карман, сами знаете кого. Кого? Кого? Сербов? Того, кого нельзя сейчас фамилию называть. Осторожно упадете. Зрозумело, дякую. А значит, вы приблизно в этой сфере, да, працуете? Нет, ну у нас же кругом знакомые.
То бок для вас эканамічны чыннік важны, што не бачыце некае эканамічнае пагаршэнне, так? Не толькі эканамічнае. Мы не хочам, каб паўтарыўся 37-й год. Калі прыязджаюць і цябе забіраюць з дому, з работы, з вуліцы, это нам не нравіцца. Зразумела, а якое ваше стаўленне да ультыматуму Светланы Ціхановскай агучана? Мы поддерживаем. Мы поддерживаем. Мы поддерживаем, мы здесь. Я считаю, что вот прям чувствуется уже этот последний этап, поэтому... Ага, откуда у вас такое отчувание? А я хожу сюда с августа месяца, поэтому отчувание у меня, я чувствую это. Каждый раз, каждое воскресенье что-то по-новому, но уже это витает в воздухе, что его скоро не будет. Зразумела. А скажите, калі ласка, на конт страйкаў, як вы лічыце, як вы прагназуеце, пачнуцца заўтра страйкі масава? Ну, у выпадку, калі Лукашэнка не пагодзіцца. Да, будуць страйкі, будуць. Знаете, тут каждый день все меняется. Вот сегодня мы спокойно идем, сейчас все может измениться. Да, наверное, будет. Мы уже ему не верим, его доброту. Зразумела. Ну и який ваш прогноз, калі вы спадзеяцеся дамагчыся того, для чего вышли? Это... До Нового года мы поспорили с мужем, что он идет. Да, на что поспрашались? Бутылка коньяка. Бутылка уже стоит? Ну, пока нет. Ну, купить ее несложно. Зразумела. То отчаиваемся, то потом опять набираемся... Зализываем раны, да, всю неделю, а потом опять. Уже без этого никак. Никак. Ага, скажите, а як у вас в Оголе, накольки изменилось житё района, двора, дома? Все изменилось. Все изменилось, так? Вообще, изменилось настолько, что а ці збіраюцца у вас люди по вечерах, у будние дни, ці ёсць там некие дворовые чаты? Собираются, Малиновка собирается, ага. Левичи собираются, и песни, и чаты, все есть. Каждый день без четверти 9 включается музыка, играет 15 минут музыка, в окошках все с фонариками, на улицу выходим. Вот так проходит каждый день, каменная горка. Зразумела. Скажите, а вот что вы думаете про роль России во всем этом? Спочатку Путин подтримал Лукашенко, зараз они его небыто мягко критикуют. Володя продал Беларусь и белорусов. Нет, наверное, Володя немножко продал. По-другому. Дело в том, что, исходя из всех данных, России Лукашенко не нужен. Но им больше не нужна вот эта вот забастовка, вот эта вот революция, которая происходит в Беларуси. Потому что это может перескочить в ту же Россию. А у них и так проблем хватает. Вот и все. Нам не надо сейчас ни Россия, ни Запад. Мы решим свои вопросы сами. Вот. То есть вхождение там к нам не надо. Мы разберемся с этим сами. Но только не приезжали сюда. Да, да, России, да, да, да. Не надо этой поддержки танками, машинами, автозаками. Нам не надо. Мы... Информационное какое-нибудь. Мы мирные, поэтому да. Любую помощь мирную мы примем от любой страны. Понимаете, Россия это, Польша, Литва. У нас хорошие отношения со западные партнеры и так много сделали для нас, для наших лидеров, нашей оппозиции так называемой. Но это же просто иногда смотришь интервью Светланы Тихановской, я плачу, я не могу спокойно смотреть, потому что человек очень много пережил. А я не хочу, чтобы мы уехали все отсюда, я хочу здесь остаться. Зрозуміло. Добре, дякую великі вам. Вера, можна, переможу. Доброго дня. Дальше. Так, значить, ми протягуємо весь цей стрим з маршу, який вже перейшов на проспект Переможців. І зараз глянемо, все ще кінця не бачно в тим, з того боку. І зараз ми спробуємо перескочити клумбу. І поглядіть у другий бок, кінця не бачно і у той бок. І це при тим, що ми зараз притормажували, колона все ще йде. Вже можна сказати з упевненістю, що справді, як казали некоторі удільники, це більший марш істотно, чим був у минулий раз і позаминулий. А мы пока что заканчиваем наш стрим и вернемся неузабаве. Мы уже находимся каля стелы. Как бачим, вот коли поглядим вон туды, лизная колонна заворочивая направо у бок
у бок белай вежы прыблізна, і гэтая калона ўжо туды у той бок сышла, ну, добрых хвілінаў, напэўна, 20. І ўсё яшчэ мы не бачым канца з другога боку. Вліваюцца сюды патокі людзей з розных бакоў. Нехта з серабранкі ішла, асобная калона, асобная з інстытута культуры, асобная з, атрымліваецца, з розных бакоў, асобная ад акадэміі навук. І ўсе яны сутыкаюцца прыблізна тут. Добрый дзень, вы на стрыме Белсату, ці можна вам задаць некалькі пытанняў? Я боюсь, что я в этом не кажусь после вашего стрима. Ну, а вы у масцы отрываются, тому, может быть, как лечите? Может быть, я думаю, не стоит. Так, не варто, ну, добро. Так, нічога. Давайте поглядзем. Мы не хочам адсюль сыходзіць, тому що тут выдатны від на эту калону, але пойдзем усё ж таки зараз ніжэй. Ось, як заўсёды грае гэта музыка з... этой машины, забылся, как она называется, гукаўзмацняльная, которой мы, я подходил до яе раней, там вельми моцно болять в уши, а можно пошкодовать тих солдатов, которые стоять каля яе. До речи, часто тут грают песню Анжелики Агурбаш «Белая Беларусь», и она выказывала этим обурение у интервью с Белсатом, что, мовляв, песня ее была не про режим Лукашенко, а про Беларусь. І не давала, мовляв, яна свої згоди на використанні яе творчості у гэтай якості. Ой, ми бачимо, там ще стоять на стелі зверху певна кількість людей. Ой, ми бачимо ще ручейок, іде з абсолютно іншого боку людей, уливається вон у тим боку, уливається у велику колону. Добрый день, это стрим Белсату. Скажите, можно вам задать несколько питаний? Люди остерегаются, размовляются, как бы не потрапить у зрок силовиков. Мы сейчас пошукаем кого-нибудь у масках, кто... мог бы нам расповісти нешта нове. Добрый день, ви у стримі Белсату. Розповідіться, калі ласка, можете не відкривати твару. Розкажіться, калі ласка, адкуль ви йдете? Я з Якуба Колоса. А до Якуба Колоса, так? Да. А як ви туди добралися? На транспорті. На транспорті. Туди ходив транспорт, і ви вийшли. Много було людей? Да. Уже, так? Да. І вже рухалися такою колоною, так? Да, да, да. А хапун був на початку? Покуда ні, я не видел. Ви не бачили, так? Ні. Сьогодні нідзе. А було заважно силовиком? Да. Заважно. І що вони робили? Стояли. Зрозумів. Скажіть, що ви тут сьогодні робите? На що ми тут робимо? Йдемо гуляємо. Зрозуміло. А з якою метою ви прийшли? Ви ходите на кожен марш? Ні, ні, ні. А чому прийшли мені це сьогодні? Ну, тому що треба прийти. Чому? Ну, тому що треба. Що, ну, що вас побудило мені в цей раз? Ну, тому що надоело все, 26 років. Зрозуміло. А що, ну, а яка причина? Економіка там ці... Ну, це ж все в одному. Как говорится, сначала это все в одном, то есть три в одном. И экономика, и политика, и все в этом. Зрозумело. Скажите, а что вы думаете про ультиматум Светланы Тихановской? Ну, что думаю? С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, реализация как будет. А что вы думаете вовсе про некоторые, кажется, каким правом Светлана Тихановская обвешает некие ультиматумы? А каким правом Лукашенко управляет страной? А як ви лічите, вона виграла вибори Тихановська? Звісно. Скажіть, будь ласка, а інші закидають її, що чому вона з'їхала за межу, і там із-за межі нешта спробує казати, робити. Некоторі її за це критикують, а ви що думаєте на цьому? Да все вона робила правильно, все ізначально було зроблено правильно. А то, що, допустим, уїхала, ну так, різні ситуації бувають. Вопрос не в тому, що вона уїхала, а просто, що вона робить там. Як ви думаєте, коли б не уїхала, була б вона зараз на волі, могла б обвішати якісь ультиматуми? Звісно, ні. Ти ж знаєш сам прекрасно, що не буде цього нічого. Він би все культурненько зробив.
Зрозуміло. Скажіть, а що ви думаєте, ви сказали про реалізацію, що ви думаєте буде завтра? Завтра? Ну, я не знаю, я не работаю на предприятиях. Но люди, наверное, планируют, которые выходные. Будет забастовка, наверное, планируется. Во-первых, все говорят, что будет забастовка. Ну, я вот вообще... Кто все? Ну, все, ну, вот окружение, все говорят, что будет забастовка. А окружение приблизно из каких сфер, ну, экономики? Ну, бизнес, допустим, говорится. Ну, да разные... Бизнес собирается на страйк? Нет, я думаю, что нет, но... Это же совершенно другие вещи. Ну, какой-то бизнес, да, будет выставать, какой-то же будет работать. Это же все связано не в том же, это же не год предприятия, которое там у них там бизнес, свои обязательства есть перед бизнесом, правда? Ну, а обовязки свои есть у каждого, например? Ну, я смотри, если будет очень все плохо, да, бизнес по-любому закроется, это же по-любому. Ну, это разумеется, а минулый раз, когда заводы страйковали, рабочие выказывали, что а чему только мы страйкуем, а бизнес чему не страйкует? Ну, что я, им, может, больше есть что сгубить, чем нам, ну, але мы выбираем, рискуем нечем. Ну, понимаешь, в чем все дело? В основном мелкий бизнес, он сам платит за работу. То есть он за то, чтобы работать, он как бы платит. У него жесткие рамки, если ты понимаешь, о чем я говорю. Ну, можно по... Смотри, предприниматель, допустим, да, он платит налог, он платит аренду за помещение. Ему надо оплачивать, никто ему не скосит эту ерунду, он обязан работать. Но дело вот в чем, что, допустим, если не будут, все забастуют, все будут вынуждены стать. Так а кто повинен страйковать? Ну, первым делом, первый пролетариат, а потом все остальные. Оно все потянет за собой все. А будовники приватных компаний? Ну, наверное, они будут. Я тебе не говорю про большой бизнес, я говорю про мелкий бизнес, про маленький бизнес. А большой бизнес, он по-любому сейчас вполне возможно, что у меня знакомые есть, которые работу третий месяц не находят. Нет у них работы. А индивидуальные предпринимальники повинны страйковать? Гандляры на рынку. Ну, я же тебе уже сказал, что, в общем, говорится, если будет, в общем, у мелкого бизнеса свои, в общем, говорится, проблемы. Он не будет закроет, у него налоги, у него аренда. Но если, допустим, будут все бастовать, он тоже забастует. Ну, ты же прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Зразумел. Ну, але, значит, вы сами с якого приблизно, с якой галины працы? Я свободный человек. Хочу работу, хочу не работу. А в якой галине приблизно? Где будет бизнес, там и работаем. Зразумел. А скажите, з якої ви увогуле частки Мінська приблизно? Серебрянки. Серебрянки, так? Як у вас там увогуле відбувається життя поміж гетими неділями, поміж протестами? Ну, прекрасно, нормально. Бачите ніякі зміни у порівнянні з тим, що було півгоди тому? Звісно. Які? Ну, прошлі вихідні їздили в ці автобусики, ловили кого-то. Ловили у вас, так? Да, ти... Людей, які прогулюються. Да, 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 так, так. А як у вас увогуле працюють домові чати? І... Ну, наверное, где, допустим, где ближе, там, к центру, там, наверное, они есть. Они там где-то есть. У вас нема, так? Ну, нема. Так у нас же там старые дома, там, в основном-то люди уже по возрасту. Зрозумів. Добре, дякую, Великий. Удачи. Пишення. При проведении массовых мероприятий его участники. Зараз ми слухаємо обвістку, яку, напевно, вже многі регулярні удільники маршу ведуть на пам'ять. Сотрудників органів внутрішніх дел. У тому числі серед інших, до речі, там є ніяке місце, що заборонено ходити у масках на масові мероприємства. Добрий день, ви на стримі Білсату, розповідіться, будь ласка, що ви тут робите, чому ви прийшли? Гуляємо, ми просто гуляємо, Скажіть, що ви думаєте про ультиматум Тихановського? Ви чули про його? Да. Что вы думаете? Устанавливать палатки, иные временные. Имеет место быть он, пора уже. Уже пора, да? А какие у вас прогноз, что будет завтра? Не знаю, ничего не прогнозирую. Невозможно прогнозировать, ничего не прогнозирую. Надеемся на рабочих и заводы. А скажите, что вы чекали от сегодня? Что будет много людей, меньше, чем ранее, больше, чем ранее? Ну, по крайней мере, столько же. Ви чекали, да, так? Да. А як увогуле у вашому окруженні, які настрої? Люди, які вас окружають? Мене окружають люди, які за
процветающую новую Беларусь. Слава Богу. Атрымліваецца, а што перашкаджае Беларусі працвітаць цяпер? Ну, зразумела, што раз вы тут, то вы не маеце сімпатыі канкрэтна да Лукашэнкі, але што канкрэтна, я маю на увазі, в краіне? Всё, думаешь, всё. Это очень долгая история. Тянется она с 94-го года. Ну, с 94-го года стандарт жыцця ж паляпшаўся? Некаторы час. Ну, некаторы час. Ну, мои, допустим, мои ощущения, не хватает свободы. Это даже сейчас не экономический вопрос. Это не экономичное питание для вас, так? Нет, это не экономичное питание. Я очень желаю хорошего будущего своим детям, свободной стране будущего. Для того, чтобы мой ребенок окончил школу и не уезжал из страны, а учился здесь и был здесь нужен. Слушайте, ну, например, прихильники Лукашенко кажут, что згубим батьку и никому не будем потребны, что там в Европе уже все свое схвачено, что только один, ну, только Лукашенко умеет выбивать из России те там субсидии, за которыми мы живем. Мы прорвемся, мы очень трудолюбивые. И если это все будет идти так, как должно идти, в нужное русло, то мы прорвемся. Насколько вы лишься конкурентоздольной будет Беларусь в рынковой экономике? Если провести модернизацию нужной реформы, я думаю, будет конкурентоспособной. Зрозумело. Добрый, дякую великому. Да, всего доброго. Получение. Так, мы бачим вот тут, простоявши, напевно, еще черговые 10 хвилин, мы только начинаем зауважать, как колона начинает радеть. То есть, по великим рахунку, 30-40 хвилин ішла мимо нас колона, вельми густая и великая. Можно казать про один из найбольш масштабных маршов за опошний час. Мы зараз будем догонять голову колоны, глядеть, что отбывается напереди, и уключимся знов праз некоторый час, каб расповести, что отбывается.